Всем привет, меня зовут Артем, работаю мужским мастером 3 года. Это мой рабочий день, поехали. Все началось 3 года назад, даже больше, когда я пошел в училище, мама предложила мне стать парикмахером. Вот, отреагировала я сразу не очень. Ну, по итогу, мужские стрижки у меня получались всегда лучше, чем женские, потому что училище обучают более универсальным мастерам. И все пошло по накатанной. Было очень много моментов, когда именно женские стрижки не вкатывали. Это крайне не нравилось, а мужские получались практически сразу. Дальше, как бы, меня подтолкнула к этому всему подруга, которая очень меня сильно, ну, она тренировала меня как мастера и пыталась понять, в каком направлении мне лучше работать, как женскому мастеру, либо мужскому. Вот, и по итогу направила меня сюда. Барбер — это на самом деле понятие довольно растяжимое, откуда оно пошло. Но все началось с Англии, потому что там возродилась, скажем, вся тема именно цирюльн, барбершопов, цирюльн нашему, по-нашему. И все довольно просто. Символизируют именно барбершопы — это барбер-пол, так как раньше парикмахеры, барберы были врачами, делали кровопускание, костоправы, то есть все, специализация была довольно обширная. На ногах очень тяжело стоять, я думаю, любой мастер-парикмахер меня поймет, за что нужно обязательно носить хорошую, удобную обувь, за что спасибо ребятам из Ракеты. Очень качественные вещи, 100% оригинал, все возится с Америки. Мои самые любимые вансы – это олдскулы. Очень удобно, очень комфортно и приятно носить мне обувь. Отличие обычной парикмахерской от барбершопа заключается в том, что мы преподносим все в совершенно другом стиле. То есть у нас преобладают качественные и классические стрижки. Причем это все воспринимается так, что люди носят стрижку эту комфортно в течение месяца, никаких проблем с укладкой не возникает. То есть аккуратно выведены четкие контура, переходы, все это очень качественно. Причем при всем при этом в барбершопе мужики приходят именно отдохнуть, расслабиться, после рабочего дня выпить вискарика. В своей работе барбера я использую только качественный инструмент, профессиональный, в отличие от многих парикмахерских, где стригут еще, наверное, ручными машинками. Большую часть времени в стрижках у нас занимает машинка, поэтому инструмент — это прежде всего самое главное. То есть мои любимые фирмы — это Вол и Остров. Ими очень удобно работать, очень качественные срезы, машинки очень мощные. Барбершоп Брит — это место, где мы всегда рады. Поехали. Тихо. Поехали, да? Поехали. Ну вот. То есть. Нормально? То есть, тихо. Качественный инструмент — очень качественно и удобно. Самое главное в работе барбера — это именно очень качественные срезы. Барбершоп Брит. Приходи, подстригись. Барбершоп Брит — это место, где мы всегда рады.